Сейчас, в позе отдыха, мы закрываем глаза и принимаем для себя максимально удобное положение. Почувствуйте, что вам так легко и удобно. Мы настраиваемся на отдых и не утруждаем свой ум концентрацией внимания. Я называю различные области или части тела, а вы легко переносите свое внимание в названный участок. Пусть тело спит, а ум бодрствует. Мы отпускаем свой ум, и пусть он свободно переходит от одной части тела к другой. Мы переносим внимание легко и без напряжения. Большой палец правой руки, указательный, средний, безымянный, мизинец и все пальцы вместе. Правая ладонь, тыльная часть ладони. Правое запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка, правая сторона грудной клетки. Правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, правая пятка, подошва правой стопы, верхняя часть стопы, большой палец правой ноги, второй палец, третий, четвертый, мизинец и все пальцы вместе. Большой палец левой руки, указательный, средний, безымянный, мизинец и все пальцы вместе. Левая ладонь, тыльная часть ладони, левое запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка, левая сторона грудной клетки, левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца,
лодыжка, левая пятка, подошва левой стопы, верхняя часть стопы, большой палец левой ноги, второй палец, третий, четвертый, мизинец и все пальцы вместе. Сейчас мы очень легко переносим свое внимание на правую плечевую лопатку, левую плечевую лопатку, правая ягодица, левая ягодица. Внимание переходит на копчик, и мы скользим по позвоночнику вверх, по шее. Поднимаемся к вершине головы до макушки. Мысленным взором мы просматриваем лоб, боковые стороны головы, правая бровь, левая бровь, пространство между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правая щека, левая щека, нос, кончик носа, верхняя губа, нижняя губа, подбородок, горло, правая сторона грудной клетки, левая сторона грудной клетки, средняя часть грудной клетки, живот. Внимание на пупок. А сейчас вся правая нога, вся левая нога, обе ноги вместе, вся правая рука, вся левая рука и обе руки вместе, вся спина, ягодицы, от копчика позвоночник вверх, плечевые лопатки, все.
вся передняя часть туловища, живот, грудь и все тело в целом. Все тело в целом. Вся голова и все тело. Сейчас мы легко посмотрим на свое тело как бы со стороны. Мы смотрим на свое тело как на посторонний объект. Мысленным взглядом мы обращаем внимание на макушку и скользим до кончиков пальцев ног. Мы чувствуем, как наше расслабленное тело лежит в позе отдыха. Услышав название очередной части тела, мы проникаемся сознанием, что она становится все более тяжелой. Пальцы ног, пятки, лодыжки, икроножные мышцы, колени, бедра, ягодицы, спина, живот, грудь, плечи, руки, ладони, голова, веки и все тело стало тяжелым. Мы чувствуем свинцовую тяжесть во всем теле.